Шестой сезон «Игры престолов», помимо всего прочего, оказывается еще и самым богатым на неожиданные смерти. Мало того, что сериал уже покинули Ходор, Руси Болтон, Кхал Моро и другие, в седьмой серии смертельные раны получила Ария. Выживет ли она, или авторы «Игры престолов» решили умертвить еще одного главного героя? Об этом, а также о других ярких моментах поговорим прямо сейчас. Самой большой неожиданностью седьмой серии стала кровавая расправа над Арией. С одной стороны, ясно было, что после того, как она покинула храм Безликих, оставаться в Бравосе Арии небезопасно. С другой стороны, оставалась надежда, что ей все-таки удастся отправиться домой раньше, чем Безликие начнут мстить. Но, увы, Игра Престолов в который раз демонстрирует свою безжалостность как второстепенным персонажам, так и главным героям. Обнадеживает во всем этом лишь тот факт, что после тяжелых ран и падения в воду Арье все-таки удалось выбраться на берег. Но ее вид при этом, конечно, был довольно плачевным. Что станется с Арьей, тяжело раненой в чужом городе, без помощи Безликих, это, конечно, большой вопрос. Хотя еще одним аргументом в пользу Арьи является тот факт, что следующая серия называется «Никто», а значит, скорее всего, в ней продлится сюжетная линия юной Безликой, которая в результате вспомнила о том, что она Старк. Останется ли Ария в сериале, пока вопрос. А в то время, пока она борется за жизнь, ее брат и сестра пытаются объединить остатки домов Севера. Правда, пока Джона и Сансу поддержали лишь одичалые и еще несколько мелких лордов. Это вряд ли хватит, чтобы отбить Винтерфелл. Но тут нужно учитывать еще один момент. Санса не послушала брата и все-таки написала письмо к Черной Рыбе с просьбой о помощи. Так что не исключено, что в битву северян вмешаются третьи силы. Кто знает, возможно, Черной Рыбе удастся договориться с Джейми, который явно не очень настроен брать замок штурмом. Узнаем уже очень скоро. Ну и еще один очень важный момент – это возвращение Сандора Клегана. Многие считали, что пес сгинул, брошенный Арии умирать, но вот он снова появился в сериале. Пока что непонятно, какая роль уготована псу, ведь в «Игре престолов» все герои плетут свою нить в общем сюжетном клубке. Но, скорее всего, он возвратился не просто так. И кажется, что псу еще придется сыграть свою роль, а вот какую, узнаем уже очень скоро. На этом все, пишите свои комментарии, ставьте лайки, конечно, подписывайтесь на наш канал, а прямо сейчас смотрите другие интересные видео, и всем пока!